Работая на телеканале, я ежедневно сталкиваюсь с огромным объемом информации. Создание каждой программы – это полное погружение в десятки тем. Поэтому свое свободное время я стараюсь проводить с родными где-нибудь вдали от интернета и потока новостей. Алло. Прием, прием. Прием, прием, слышно. К сожалению, мы с Яной редко выбираемся на природу из-за работы. Но если выбираемся, то всей семьей. Да. Мы очень любим приезжать в деревню Чекаловка. Находится она недалеко от Красноярска, но здесь есть все для того, чтобы почувствовать себя счастливым. Бескрайние поля, лес с вековыми соснами и молодыми березками. Все это безумно радует глаз. А еще у нашей семьи есть любимое летнее занятие – ходить по грибы. Их в Чекаловке хватает. Маслята, рыжики и белянки можно собирать целыми ведрами. После прогулки всегда заезжаем на дачу к знакомым. У них в гостях чувствую настоящую гармонию, наслаждаемся общением друг с другом и просто дышим лесным, свежим воздухом. Мам, я порезала. Здорово. Еще. Я очень люблю деревню Чекаловка и по-настоящему отдыхаю душой только здесь, на природе.